Александр Нозик, старший научный сотрудник Института ядерных исследований и преподаватель МФТИ. Ну, наука — это понятие растяжимое, на самом деле наука бывает очень разная, и разная наука нравится за разные вещи. Ну, а почему вы стали ей заниматься, скажем так? Интересно, то есть в свое время, когда вот, не знаю, в старших классах у меня был такой выбор, вот, идти в программирование и зарабатывать деньги, или идти в науку. Там было понятно, что денег будет не очень много, но это была более интересная работа. Я пошел в науку, в общем-то, не пожалел. Ну, это просто так сложилось, направлений много. Конкретно это такая самая-самая фундаментальная, передний край. Я попал именно на такой эксперимент, занимаюсь этой темой. Но вообще рядом есть много чего интересного. Но ведь это актуально сейчас. Сейчас вот именно нейтрино внезапно оказались очень актуальны, то есть на них очень большой спрос. Хотя вот когда я начинал этим заниматься, такого не было. Ну вот в Москве есть лаборатории на Байкале. Байкальск, прямо внутри Байкальского озера, я об этом расскажу сегодня. Так. Есть в Баксанском ущелье, прямо рядом с Эльбрусом. Есть вот в МИФИ проект НЕВОД. Ну и по мелочи много где, это я вот говорю большие. Конечно, для нейтрино нужны очень большие эксперименты. Поэтому в основном это международные коллаборации, там многомиллиардные финансирования.